Полковник, да. Здесь веселее для сегодня. Я не могу даже сами сделать такое звание таким. А потому что я у меня генерал армии. Генерал армии, а зовут вас? Меня звать Жан-Клод Ван Дам Терминатор. В одном лице. Жан-Клод Ван Дам Терминатор. Терминатор. Родился я на другой Знаете, планете. Я послушаю, просто я молчать буду. На другой планете. А живешь где? Живу. Это никого не волнует. А документ у вас есть, господин Ван Дам? А ты кто такой вообще? Удостоверяющий вашу личность. А ты кто такой? Есть у меня документы? Покажите, пожалуйста. Сейчас я покажу. А что они там делают? Я тебе сейчас покажу на мои документы. С другой стороны. Что, Жаков там, да? Да. Красавец, вообще. Все, мы поняли. Да. Извините. Автограф пока из времени берите. Там еще есть еще, кстати, документы. А ВДВ? Верни сюда. Где служил? ДЧБ и ВДВ это вон там. Не видно, что стройбат есть. Слышь, что, стройбат, тебе бы на ту землю, ты бы просто повесился, его убили, там эти киберки. А эти киберки.